Необычная акция «Безопасный продукт» прошла в Шымкенте. Ее организовал Департамент по защите прав потребителей. На одном из рынков города покупатели сдавали арбузы и дыни в лабораторию под открытым небом. На содержание нитратов их исследовали бесплатно. Специалисты отмечают их заметное снижение в бахчевых. По их словам, опасность отравления практически сведена к нулю. Июльские арбузы в Южном Казахстане созревают естественным путем. Подробнее наш корреспондент Алмау Разбаева. В этом голубом шатре с надписью «Бесплатная акция» покупателям предлагали проверить овощи и фрукты на содержание нитратов прямо на месте. Ботагоз Кулшымбаева купила груши, сливы, арбуз и дыню и от прилавка к импровизированной лаборатории. Пока специалисты подсчитывали, сколько и каких химических веществ содержится в купленных ею продуктах, выстроилась очередь. Считаю, что польза от таких акций большая. Нам же некогда специально ездить в лабораторию, чтобы проверять овощи на содержание химикатов. Мне сказали, что все в норме. Теперь мы съедим их с большим удовольствием, не беспокоясь за свое здоровье. Акцию организовали работники Департамента по защите прав потребителей. Причиной послужил тот факт, что в ранних майских арбузах содержание нитратов превышало норму в 3 раза. Но поскольку объявлен мораторий на проверки предпринимателей, специалисты департамента решили регулярно проводить бесплатные исследования именно для покупателей. Так на рынках области появились передвижные лаборатории. За короткое время южноказахстанцы сдали на анализ более 3000 проб. Из них только 140 нитраты выше нормы. Поступлением жары, естественно, все это температура, они созревают естественным путем, поэтому отмечается тенденция снижения нитратов в продуктах. При получении положительных результатов мы информируем сразу директоров рынка и заведующих лабораторий, чтобы принять последующие меры по недопущению таких продуктов пищевых на реализацию. Акция будет проходить до Нового года, и передвижные лаборатории теперь можно будет увидеть на всех рынках области. А главное, южноказахстанцам больше не придется опасаться за свое здоровье, покупая продукты на рынке. Алмау Разбаева, Нурмахан Бекмуратов, Южно-Казахстанская область.